И детей успевают учить и заниматься развитием родного села, поселка или города. Сегодня в Новосибирском доме учителя чествовали педагогов, которые помимо своей основной деятельности активно участвуют в общественной жизни и являются секретарями первичных отделений партии «Единая Россия». Я директор Голыванской средней общеобразовательной школы номер 3, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия». Мои родители и я родились на Голыванской земле, отучились и вернулись на Голыванскую землю. И живем, и работаем, и трудимся на этой земле, краше которой нет. В зале педагоги из всех районов Новосибирской области. По предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен годом первичных отделений. То есть тех, кто лучше всего знает о проблемах, которые существуют в территориях, подключаются к их решению с полной отдачей, несмотря на то, что это дополнительная общественная нагрузка. Одним словом, первичное звено – это основа «Единой России». Награждают не только активных секретарей первичных объединений. Тут же подвели итоги онлайн-конкурса «Они в судьбе у каждого из нас» в социальных сетях. Участники писали о своих учителях и наставниках. У нас с вами есть еще партийная организация, которая нас с вами всех объединяет. Мне очень хочется, чтобы вы общались друг с другом, чтобы обменивались опытом, чтобы вы дружили. И на самом деле это мероприятие мы для того и проводим. И я уверена, что мы с вами в следующем году также встретимся, также пообщаемся, еще раз познакомимся и будем крепко дружить целыми местными отделениями, потому что у нас с вами большая партийная семья в Новосибирской области. Спасибо вам!